В центре Сосновый Бор в Якутске подвели итоги пятой городской деловой игры. О ходе и результатах мероприятия в материале Юлии Великодной. Участники игры три дня разрабатывали свои проекты, находясь на территории центра отдыха «Сосновый Бор». Семь команд из IT-сферы, ЖКХ, соцсферы, педагогов и предпринимателей, в каждой по 11 участников. Молодежи предлагалось сделать доброе дело, придумать мероприятие, которое проводилось бы ежегодно, и защитить проект. Ну, конечно, было очень увлекательно, даже само то, что мы попали сюда, получается, да. Но, конечно же, очень сильно устала, прям как никогда в жизни. Темой игры 2017 стала креативная экономика. Участники предлагали различные бизнес-планы с использованием дальневосточного гектара. Многие идеи не соответствовали по экономическим и юридическим аспектам, но проект победителей реализуем, и не только на территории Якутии. Он может очень далеко быть. Вот поэтому замечательный проект, надо его продвигать. И, конечно же, я уже сказал, его победители. У нас победители команда «Красный». Победившая команда «Красных» предложила бизнес-проект «Онлайн-фазенда», который подразумевает под собой приложение по типу известной игры «Счастливый фермер». Предлагаем вам реальный урожай. Мы берем в аренду, мы берем дальневосточный гектар, сажаем, просеиваем и предлагаем, разрабатываем, точнее, мобильное приложение и предлагаем вам, горожанам, взять в аренду участок земли. И вы можете выбрать несколько вариантов ведения. Или сами ведете свое хозяйство, или можете покупать у нас услуги. Например, поливка, прополка, уборка и так далее. Теплые остановки, виртуальный музей, саха-паркинг. Эти и другие идеи были предложены именно на деловой игре. Путевку на игру «Министр» получили сразу три лучших игрока, один из которых – капитан победившей команды. В особенности я хотел бы отметить проекты по краудфандингу, про проведение различных мероприятий в нашем городе, в том числе в рамках года добра. И по дальневосточному гектару было три проекта очень таких интересных, и я надеюсь, что они будут реализованы в нашем городе. Активная молодежь предложила свои проекты, которые, возможно, уже в этом году смогут оценить горожане. Юлия Великодная, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.